Римская библиотека Иосифа Ратцингера Бенедикта XVI откроется в Ватикане в сентябре этого года. Этот научный центр будет расположен в Тевтонском колледже. Фонды новой библиотеки составят тысячи книг на разных языках, почетное место среди которых займут труды Иосифа Ратцингера, богослова, префекта конгрегации вероучения и впоследствии папы римского Бенедикта XVI. Часть книг поступит в библиотеку из личного собрания почетного папы, часть будет предоставлена Ватиканским фондом Бенедикта XVI.